Несмотря ни на что, каждый ребенок на Земле заслуживает праздника, особенно дети с ограниченными возможностями, которые нуждаются в особенном проведении Дня защиты детей, ведь у них в жизни и так мало общения. Сегодня у нас проходит мероприятие для детей с ограниченными возможностями в честь праздника День защиты детей от фонда «Ласточка», общественной организации «Надежда». Нам помогают в этом Центр дополнительного образования. Провели веселые старты. Все мероприятие называется «Веселое лето». Помимо веселых стартов и концерта, дети участвовали в конкурсе лучших нарядов, по итогам которого каждому ребенку вручили подарки, а также дали возможность бесплатно прокатиться на всех аттракционах парка. Меня зовут Кира. Как у тебя настроение? Нормальное. Тебе нравится концерт? Да. Детям нашим подарены были призы разные. Это мячики для мальчиков и также для девочек куклы. В общем, они разные, получается, по возрастным категориям. Конечно, сегодня всем детишкам очень понравилось. Городской парк станет одной из крупнейших площадок празднования Дня защиты детей. Для юных посетителей и их родителей подготовят различные тематические и развлекательные мероприятия. Завтра у нас планируется очень-очень много мероприятий. Будет задействовано 9 интерактивных площадок, концерта, театра и балета. Балета и гимнастики НРЛ, от Муздрам театра, от филармонии имени Халилова. Естественно, от нас интерактивная программа будет. Со слов Ирины Игнатовой, подготовка к 1 июня началась давно. Постарались предусмотреть все нюансы, в том числе и в плане безопасности. На территории парка будут дежурить сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и врачи. Берген Уюн, Батыр Базан, Должиусат, телеканал Тува-24.